Так. Что-то не предупредили, ничего, и меня могло и не быть. Виноват, Игнатий. Я писал, внизу, внизу надо было написать, чтобы я никогда не ушел, я бы поджидал. Ну ладно, зашли. Так, рассказывайте. Меня зовут Никита Трофимов, с вами уже общались, Игнатий. Да, да. Я живу в Подмосковье, вот у меня такой вопрос к вам. Я работал в такси, да? Вот, и как бы отдал задаток вот за машину, в общем, 25 тысяч хозяину. Алло. Да. Вот, и как бы отработал там, зарабатывал ему деньги, этому хозяину, как бы. Никаких вопросов не было. А сейчас вот уволился, как бы, и он мне этот задаток не отдает. То есть на машине ни царапины, ничего не было, никаких штрафов у меня не было там. Вот, и он мне отдает деньги, как бы вот эти вот, которые задаток, аванс. То есть, ну как его без наказания оставить тоже нельзя же, правильно? Ну, вариантов-то несколько, не один вариант. Но есть вариант обратиться к людям, есть вариант обратиться в прокуратуру, есть вариант, как говорится, с Божьей помощью, но это самый верный вариант, как бы молиться там, как-то вот разговаривать с ним, я не знаю. Ну, а интересно как, у вас какая-то бумага есть, что он взял? Ничего не было, просто устная, как бы, вот такая. Пустое. Вот. Значит, разговор с прокуратурой, с судом намертво отпадает, никто разговаривать не будет. И другой вариант какой? Ну, обратиться, как говорится, к людям, которые по-другому все решают. Ну, а к кому? К кому обратиться хотите? Кто крышует вас? Ну, есть люди, которые вот занимаются, это их не хлеб, так вот, решают такие проблемы, у которых мужиков такие возникают, как бы к ним обращаешься, они уже подъезжают там, сами забирают деньги там. Ну, они вам 5 тысяч дадут, а 20 возьмут себе. Согласен. Потому что они рискуют. Теперь вы выйдете на тропу войны. Вы навсегда сделаетесь врагом тому человеку, и от того человека будет зависеть ваше состояние и жизнь. Вот понимаете, сколько за этим стоит? Так, минутку, подождите. Говори. Говори. Я прошу вас. Еще какие варианты? Еще какие? Ну вот молиться, как бы самим разговаривать там. Все говорить. Вот у нас мама говорила так: он не отдает, а ты скажи, Господи, прими как милостыню. У взявшего, Писание говорит, у взявшего тебя не требуй назад, прямо указано. Указано, требует верхнюю, отдай рубашку. Но применимо тут или неприменимо, вам главное вы вернуть деньги. Но вы должны думать и о другом, если как христианин. Вы можете взять компанию какую-то, прийти к нему и, говорится, с ним рассчитаться, что у него есть, подряд все, забрать и уйти. Жену, дом, все у него отнять. Зулус и так разрешает. Он говорит, что такое хорошо и плохо? Он говорит, когда я у врага моего отниму жену, дом, а его убью, это хорошо. А если он меня убьет, женой моей завладеет и дом, это плохо. Ну не, ну это слишком такие. Все мы люди как бы живые, как бы и у него семья, и у меня семья как бы. У нас у староста Игоря Барабаша один приехал, покупает гречку. На самосвалах там это машины огромные, сколько он лет отрудился, зарабатывал. Написал бумагу. Я отдам, то другое. Пришло время рассчитать, он не отдает. И суды были, и что, так ничего и не сделали. А он говорит, а я бумагу просто так написал, показал, какая моя подпись. То есть сейчас вот судьба вот этих денег зависит от этого хозяина, да? И моя судьба, как бы то, что он на меня вообще может написать там, да? Зачем же вы давали? Это вот вопрос. Это как, говорит, человек упал с сотого этажа, 50-й пролетает и говорит, а что ж теперь делать? А где ж ты был, когда раньше на сотом этаже стоял спокойно? Зачем же ты упал-то?
Совета вам никакого нету. По-христиански, так, скажем, мы все на суд Божий предстанем. Если я сейчас скажу, что пусть это будет как милостыня, в руки Божьи передаю. Поэтому ты не обижайся, что у тебя не так будет. Ты заплатишь намного больше, только не мне. А я расстраиваться не буду, потому что ты решил не отдавать, обманываешь. А на обмане ты ничего не построишь. Тебе дали машину, так ну отдай машину сколько, и все. Один раз ему скажите это, чтобы он не забыл, можете на бумаге написать. И все равно вы для него уже враг. Опасайтесь его. Он будет караулить вас за каждым углом, чтобы не мучить и не отдавать. Понятно. А можно вот этот разговор наш с вами как конфиденциально сделать, как бы, ну, не выходить Ну, как всегда, у никуда? нас все выставляется в интернете. Я сразу-то не сказал. Вообще-то у вас там заглохло или еще? Не слышно? Что-то у вас остановилось все. Ничего не слышно. Игнат Тихонович. Да. Вот какой-то. Так, я что-то пропал, да? Я вижу там какая-то техника там дальше, он во дворе. Так, во дворе. Не надо было ничего делать, они взялись тут какую-то строить эту площадку. Ладно, Игнат Тихонович, я вас услышал. Вас-то не видно, вас. У вас что-то повернулось там? Вот так. Да, я, наверное, экран изменил как бы. Я вас услышал. Вот смотрите, у меня тут брусья в подъезде. Так вы еще раз прошу, чтобы это было. У нас все выставляется в интернет-то. Вам это неплохо, ничего? Не слышно, опять звук исчез. Посмотрите, звука нету. Нету ничего. Что у вас там в руках? Телефон какой-то или что? Это не важно дело-то. Ну, попробуйте, может, у вас звук-то будет. Вот видишь, как пикает. У нас-то главное это с вами звук, а не видео. Как-то во двор там трактор, видать, какой-то. Самосвал. О-хо-хо. Ну что, Никита Трофимов? Не получается разговор. Это